глаза. Высшие силы использовать нельзя. У высших сил можно только попросить. Поклонение любым высшим силам – это фактическая просьба. Поэтому поклоняясь Сарасвати, ум приобретете. А Ганеше – защиту и красоту. А Хануману станете, получите защиту от врагов. А Иисус Христос убережет от зла какого-нибудь. Иисус Христос поможет человеку быть добрее, потому что Иисус Христос многократно проявлял свою доброту, даже в тот момент, когда мог сказать, что вы предатели, и там, помните, да, эти истории. А Будда говорил о том, что терпение должно быть, о том, что добрым должен быть человек. Вообще, просматривая все абсолютно религии, всех абсолютно богов, в большинстве своем самые, наверное, ну нет, конечно, не всех, но самые популярные, они проявляли всегда милосердие и максимальное терпение.